Уже вскоре в Запорожье откроется волонтерский центр отдыха для бойцов АТО вблизи ЖД вокзала «Запорожье-1». Как идут работы на объекте, видели наши корреспонденты. Идея создать такой центр возникла месяц назад, когда запускали новый поезд на Киев. Волонтеры предложили организовать помещение, в котором бойцы АТО, вынужденные несколько часов ожидать своего поезда, могли бы отдохнуть, используя провести время. Такую возможность нашим защитникам уже предоставляют в Днепропетровске и Харькове. В нашем городе центр разместится не на самом вокзале, а вблизи, в здании линейного отдела милиции, освободившемся в связи с реорганизацией последнего. Ремонт идет за средства Приднепровской железной дороги, а мебель, бытовую технику надеются получить от благотворительных организаций. Первоначальная просьба волонтеров была об отведении порядка 40 квадратных метров. Но на сегодня мы видим, что Приднепровская железная дорога выделена около 150 квадратных метров, в которых мы сможем разместить полноценных 3 комнаты. Разместиться на ночлег в них смогут 6 человек, а в случае крайней необходимости 10. Причем вряд ли все койко-места обычно будут заняты на ночлег, ожидают авторы идеи. На самом деле транзитов длинных, как мы уже изучали железной дорогой, по большому счету не так много. То есть необходимость именно ночевать. Это несколько часов, 2, 3, 4, которые человек здесь проведет, сможет привести себя в порядок, может быть перекусить, выпить кофе, зайти в интернет, там электронную почту получить, принять. Открыться центр должен уже через 2 недели, а при необходимости центр будет расширен, говорят представители власти.